Меня нашли в четверг на минном поле. В глазах разбилось небо, как стекло. И все, чему меня учили в школе, в соседнюю воронку утекло. Друзья мои по роте и по взводу ушли назад, оставив рубежи. И похоронная команда на подводу меня забыла в среду положить. И я лежал, и пушек не пугался, напуганный до смерти всей войной. И подошел ко мне какой-то гансик и наклонился тихо надо мной. И обомлел недавний Гитлер-Югент, узнав в моем лице свое лицо. И онемел внезапно, он напуган моей или своей судьбы концом. О жизни не имея и понятия, о смерти рассуждая как старик, он бормотал, молитвы ли проклятия, но я не понимал его язык. И чтоб не видеть глаз моих незрячих, в земле немецкой мой недавний враг, он закопал меня, немецкий мальчик, от смерти думал откупиться так. А через день, когда вернулись наши, убитый Ганс в обочине лежал. Мой друг сказал, как он похож на Сашу. Теперь уж не вернуть его, а жаль. И я лежу уже десятилетия в земле чужой, я к этому привык. И слышу надо мной играют дети, но я не понимаю их язык. Послушайте, все ли вы вспомните? Так ли вы вспомните? Ведь если сегодняшний день вам увидеть охота, поймите, что значит 4 взорвавшихся года, 4 зимы и 4 задымленных лета, где жмых вместо хлеба, белесый пожар вместо света. А как это так? Закипает вода в пулемете. Поймете? А сумрачный голос по радио нами оставлен. Представите? Поймете, что значит страна круговой обороной? А как это выглядит? Тонкий листок похоронный, тяжелый, как отрепь, вечным морозом по коже. Мы разными были, а вот умирали похоже. И вы не забудьте о нас, ничего не забудьте. Когда вы придете, наступите, станете, будете.